Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Terrico от производителя Egla. Это серия садовых светильников, которые можно использовать на улице. В коллекции предлагается 4 модели подобного исполнения. Есть такие невысокие высотой 31,37 см, а также модели побольше высотой 58,75 см. И к тому же они другой формы. Каркас светильника из металла, он черного цвета. Внутри плафон из матового стекла, диаметр плафона 19 см. Светильник имеет защиту от пыли и влаги, степень в данном случае IP54. Первая цифра всегда является показателем защиты от пыли или любых других мелких твердых частиц, а вторая цифра — это всегда защита от влаги. Патрон используется Е27 из керамики, а максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Можем его включить. Благодаря матовому плафону свет получается мягкий, приятный. Такой светильник станет и украшением на вашем участке, и к тому же осветит какую-то выделенную для него зону. Так как светильник переносной, и этот, и все остальные из коллекции, то есть он не требует монтажа. Здесь монтаж, собственно, не предусмотрен. Это у него просто подставка, на которой он должен стоять. Поэтому перед покупкой данного светильника нет необходимости выбирать для него место на участке. Он может находиться ровно там, где вы решите его сегодня или завтра поставить, или там, где будет необходимо. Для замены лампочки светильник нужно будет немного разобрать. Здесь на подставке есть такой металлический диск на 4 винтах. Его нужно будет открутить и потом снять сам этот металлический каркас. Он здесь на 3 винтах закреплен. Снимаете его, потом снимаете сам плафон. Плафон здесь крепится на резьбе, то есть его нужно будет скрутить. В комплекте со светильником будет шнур черного цвета, длина его 1,5 метра, он с вилкой в розетку. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.